Вообще песни, привезенные из Крыма в Приазовье, они все плачевные. Радоваться особо нечего было в Крыму под татарским игом, потом дорога, потом здесь неизведанные места. «Эла тупидима ферминеру», говорила бабушка, и ребенок понимал, что нужно бабушке принести воды. «Эла агапима на седоку глико», и ребенок знал, что бабушка сейчас мампасе ему даст что-то сладенькое. «Эла тупидима сто трапези», и дети садились за трапез, и начиналась трапеза. Тумурфутском сопатьми, тухурсутском сопатьми, нани натинчкать маты сартана, сыпахрашкит натмики. Ну проходите. Снаряд, он упал вот тут. Вот там вот в сарайчике сидел сосед. Все, не стало. И крышу подорвало, и покоцало весь дом, все на свете. Весело живется. Ну, а когда начали по нам бить уже, это уже стало не смешно. Ну ничего, мы живучие люди. Настенька, не бойся, боженька калачи везет. Вот так мы детям говорим, потому что мы не знаем, что сказать. Было 8:30 утра. Я сидел, смотрел телевизор. До сих пор чуть громко. И это хорошо, что я сидел между окнами вот так вот. А он там, когда попал, меня засыпало только вот этой копотью, стеклами, грязью. Церемония шла с кладбища похоронная. Снаряд упал, разорвался, погибло много народу. Так там, по-моему, был он не один. Там побило и дома, и людей поубивало. Много народу погибло, много покалечено тяжело. Обстрелы, они все пронумерованы. Всего их было 5 в Сартане. Для нас это так, скажем, не просто полочка, не просто папочки. Это каждая человеческая судьба. Здесь обозначено место, где попал снаряд. Вы видите, где снаряд, буквально 1,5 метра. Это похороны погибших. Никогда ты не знаешь, что может произойти завтра, что, да, вот 5 обстрелов мы уже пережили. Как мы живем? Мы продолжаем жить. Что там, успокоились, не стреляют? Ой, елки-палки. Сегодня начали стрелять по селу Чермалык. Причем, как селяне говорят, мы всегда знаем, когда стреляют пьяные ДНРовцы. Они так палят, а когда войска российские, они бьют четко, ну, видно, разведка работает по объекту и знает, какой объект. Мы организовали выезд мобильных бригад и никогда не спросили, о какой национальности. Если ты грек, мы тебе поможем, а другому нет. Это очень дружественный народ, очень трудолюбивый народ. Наши ж предки попали сюда 2500 лет назад. Шла колонизация Северного Причерноморья, и были основаны города-колонии. Но Катерина, ей нужен был выход к Черному морю, им нужно было Крым захватить и сделать его российским. И никак не могли это сделать, только когда поставили Суворова, и под ружье солдат началась практически, это была депортация. Вышли около 20 000 греков, а в дороге 4000 умерли. Но зато после того, как вывела, через 4 года Крым стал российским. Все наши предки, все абсолютно, если это греческая семья, они выходцами из Крыма. Многие фамилии искажены. Почему? Потому что когда были репрессии 1937 года, вообще на 40 лет забыли, что есть греки на Украине. Гопали ирта сартана, умегаленишка камия, аера мейна прощина, дукот тухлицко тлалашия, энгноризмейна оладо, потадрану, кита, таира, энтопум туту акриво, хапеца энхтуком батрила. И хватит. Греки всегда были под прицелом КГБ. ну, всегда, всю жизнь. Нет ни одной греческой семьи, наверное, которая бы не пострадала или от репрессий, или от раскулачивания. У меня дед по маме был репрессирован. Сразу, моментально закрыли все греческие школы, театры, даже издательства, даже вот это печатное, утопили в море. Представляете? Чтобы следов не было. Директива Сталина была. 12 декабря она вышла в 1937 году. Только с Приазовья было арестовано и расстреляно более 4000 человек. Тут зберігаються документи, починаючи десь з 20-го року. Перші арештовані, перші тих, кого розстріляло з ЧЧК. Це грецька операція кінця 37-го, операція 1944 року з депортації з Криму. І останнє – це вже депортація за операцією «Волна» з північного Причерномор'я. Тут не треба було багато. Просто звинуватити в антирадянській контрреволюційній діяльності. З тою хвилею арештів і тих, кого вони мали арештувати, звичайний суд і ніколи би не справився. В серпні 37-го були утворені перші трійки. До цієї трійки входило 3 особи. Голова управління НКВС по певній області, перший секретар обкому, там ЦК, і третім був тільки обвинувач, тобто прокурор. Обвинувачувач ніколи не був запрошений під час оголошення ні вироку, ні коли розглядалась його справа. Вирок сам теж особі ніколи не повідомлявся. Перша категорія означала розстріляти, друга категорія означала до 10 років виправно-трудових таборів. Трійки такі працювали тільки вночі. Тобто репресивна машина не зупинялася ні на хвилинку. Відсотків 90 усіх вироків, винесених ними щодо греків, це було розстріляти. Жінок звинувачували в тому, що вони не донесли на свого чоловіка, в тому, що він провадив контрреволюційну діяльність і могла отримати до 10 років виправно-трудових таборів, а то й бути розстріляна. Діти в такому випадку теж могли вважатися дітьми ворога народу, відправлятися в дитбудинки, де їм могли змінити прізвище, все. Стільки страченого власного населення не зробила жодна країна в світі. Як, власне, те, що зробила радянська репресивна система. Очень многие приносили в тюрьмы эти передачи, их забирали, думали, что это родным, а на самом деле никуда эти передачи не передавали никому. Этих людей уже не было в живых, а передачи все брали и брали. И я помню, одна женщина пришла и вот так искала своего отца по списку. И когда нашла фамилию отца, не было могилы. Вот получилось, что эта книга как мемориал. И она долго вот так гладила фамилию отца и плакала. Говорит: папочка, папочка мой. Это вот все, что осталось после отца. Фамилия в книге, память. Человек сегодня был, завтра его могло уже не быть. Он просто исчезал. И только по истечении определенного времени имена всех наших греков Приазовья восстановлены, реабилитированы, признаны, что они невиновны были. И в Північне Причорномор'я вони повернулись тільки в 1953 році. Народный вокальный ансамбль «Маджаротис». В 1913 году выступали в Киеве. Вот поэтому мы, невзирая на возраст, держим себя как молодые, красивые, энергичные женщины, которые поют народные песни. Вы сказали в 1913 году. Мы выступали в 1913 году. Несмотря на возраст, мы молодые. Ми вже звикли до гарматів, до танків, до пушок, до хлопців. Ми, мабуть, навіть готові одружити деяких наших дівчат. Дуже до нас добре ставляться. Чи можуть, допоможуть нам коли-інколи, а так... Хочется им сделать какой-то хотя бы маленький праздник. Мы надеемся, что в скором будущем это все закончится, и мы заживем красивой, мирной жизнью. Я являюсь наследницей греков-переселенцев. Я являюсь чистокровной гречанкой, потому что мои родители, родители тоже являются греками, которых переселила сюда Екатерина с Крымского полуострова. Рады любым народам, любым нациям, любым народностям. Нет расизма в отношениях, по отношению к кому-либо. В частности, к военнослужащим, которые находятся на территории нашего поселка. Мы наглядный пример того, что мы живем дружно, мирно, в любви, согласии. По отношению к базе, которая здесь находится, мальчики следят за порядком. То есть у нас нет разбоев, нет изнасилований, не едят детей и людей. Нет ничего того, о чем привыкли говорить люди по отношению к полку Азов. Улакала, пандакала. Было хорошо и будет хорошо, потому что мы патриоты своей Родины. Несмотря на то, что мы греки, мы живем на Украине, и Украина наша Родина. Я, например, очень лояльна. Я настолько благодарна этим людям, потому что они защищают греков. Есть люди, которые, бандеры, тыры-пыры, да. Ну, в крайнем случае, я общаюсь с теми, которые имеют такое же мнение, как и у меня. Потому что если он человек-сепаратист, ему хоть, извините, кол на голове тиши, он все равно это бандеровец. Вот я не знаю, вот давайте спросим этого мужчину, его мнение. Видите как, видите? Все любят мучные изделия. И наши, конечно, тоже. Нет греческой семьи, где бы не готовили эти традиционные кушания. Особенно почитают наши греки чебуреки. Чтобы тесто было мягким, нежным, я добавляю одно яйцо и столовую ложку масла подсолнечного. Хозяйка идет, идет. Так, дорогие гости. Стиямас – это за наше здоровье, еще не добавляет. Китапидьямас – из-за наших детей. Я не могла быть далеко от дома, когда здесь люди нуждались в помощи, когда у нас раненые, больные солдаты попадали в госпиталь, их нужно было накормить. Ну, мы с мамой готовили и возили им кушать. Это же наши украинские солдаты. Кого я должна поддерживать? Людей, которые восстали против своего государства, военных, которые нарушили присягу, которую давали украинскому государству. Я не могу. Не знаю, как сепаратисты живут, я не знаю. Да ладно, мама, не расстраивайся. Афина, ну ты же не знаешь, что они говорят. Мам, я знаю. Перестукатурились, вот это все сейчас вот покрасили, там доводим до ума. А что делать? Жить-то надо. Все, вот. Живы остались детки на месте, никуда мы не едем, не уедем, никогда, ни за что, ни про что. Подвалы мы все, скажем так, оборудовали для того, чтобы на всякий случай побежать там пересидеть, если вдруг что. Эти тут одеяло, подушки, там все было. Вода, ну, что хотя бы на первое время. Никому не пожелаешь побывать в этой шкуре. Они есть, но они уйдут. Украина есть и будет. Я за эту Украину, потому что это наша вторая родина. Понимаете? Как я могу предать мою родину и уйти в Россию, которая столько натворила? Я не знаю. Греко-бандеровка я. Поняли? Ну и все. Вот это одно слово, я что могу сказать.